Аня, в программе «Топ Брендс» мы всегда говорим о топ-лидерах мировых и украинских. А так как, несомненно, спортивный клуб «Фаворит» является лидером на рынке Украины в wellness и спорт-индустрии, то мы сегодня у вас. Расскажите нам о истории создания клуба, о том, как вы стали лидером. Начиналось все 20 лет назад. Начиналось все с двух кабинетов косметологов и 4 часов лечебной физкультуры. И спустя 6 лет, в принципе, очень немаленький срок, начинали мы на Московской и переехали спустя 6 лет сюда, на Музейный переулок, в огромный такой комплекс. Начиналось все с безумного желания создать компанию и заведение европейского уровня обслуживания, где комплексно были бы собраны все направления индустрии красоты. Это и спорт, и спа, и имидж-студия. Очень многие называют нас спортклубом. Мы не спортклуб, мы wellness-клуб. И, в принципе, wellness-индустрию ввели первыми мы. Каждому индивидуальный подход, каждому клиенту, где прикрепляется wellness-врач, который после покупки там клубной карты, он проводит тестирование. Предоставляются 3 индивидуальных персональных занятия. Это может быть один и тот же тренер, который будет многофункциональным и ведет не менее 5 направлений. Либо это возможность попробовать разных тренеров, где на первом обучающем занятии мы показываем наши возможности и тестируем клиента, понимаем его уровень здоровья и прописываем индивидуальную программу, что не предоставляет ни один по сей день спортклуб. На протяжении всех этих 20 лет, в принципе, все, что сейчас существует на рынке, ввели мы. Мало кто об этом знает. Это и та же аюрведическая спа-карта. Именно мы привезли не просто какого-то индуса, это был врач, который на протяжении определенного времени обучал наш персонал. Мы определяем программу, прописываем ее четко, где wellness-врач постоянно с вами на связи, на телефоне, он контролирует ваше состояние, сервис-менеджер контролирует ваши желания и настроение. В той или степени вы получаете услуги, на которые вы рассчитывали. Наша задача постоянно – это сверхсервис. Стараемся быть на шаг вперед всех, даже не столько заведения, сколько на шаг вперед индустрии, как моды, как спорта, как спа. Мы равносильно стараемся развить в спа-индустрии не только спа-индустрию, но и эстетическую медицину, где собираем самые последние технологии по аппаратной косметологии. Очень многие думают, что Фаворит VIP-клуб – это женский клуб. Это неправда. И в нашем клубе, если взять статистику всех клиентов, то у нас возрастные группы и группы по половому признаку – это в равной степени и мужчины, и женщины, и дети, и подростки. Я вот сегодня обратила внимание, что многие клиенты, выходя из тренировки, заказывают гречневую кашу, паровые котлетки, тыквенный суп. То есть в вашем ресторане в меню вот также предусмотрены блюда специально для диеты. У нас, если брать комплекс наших услуг, да, это фитнес, имидж-студия и спа. Но помимо этого неотъемлемой частью является питание, потому что здоровый образ жизни без питания неотъемлем. В этом помогает серьезное детокс-меню, которая помогает максимально в сжатые сроки, если с четким соблюдением времени прихода на тренировку питания клиент за 2 недели может достигнуть серьезного результата. Так как клуб «Фаворит» уже работает 20 лет и был первым, который принес много процедур, была ли такая практика, что некоторые процедуры от вас перекочевали в другие клубы? У нас уходили не только процедуры,
у нас уходили и забирали на протяжении 20 лет и наших специалистов. Но, наверное, и к счастью, к нашему, и к сожалению, их, те заведения, которые открывались даже с нашими специалистами, даже с нашими и нашими бывшими клиентами, ни одно заведение не смогло в правильном понимании ввести те стандарты и тот сервис, который есть у нас. У нас еще много невоплощенных идей. Сейчас могу сказать, что мы нацелены на развитие больше детского направления, которые привнесут и жизнь, и новую жизнь в наши 20 лет клуба, который сейчас существует. Вот, кстати, очень хороший вопрос. Я очень хотела спросить. Многие мамы интересуются тем, с какого возраста детям, вот особенно если говорить о мальчиках, нужно заниматься фитнесом. Если затрагивать тренажерный зал и мышцы, то, конечно, не раньше 16 лет. До 16 лет это идет такая правильная лечебная физкультура. Можно окунуться в какие-то единоборства, но не в серьезное понимание накачивания мышц. У нас есть детские направления, у нас есть IQ-клуб наш детский, который мы открыли в прошлом году. Это мини-группы, не более 3 детей, либо индивидуальные уроки. Это и танцы, и единоборства, и акробатика. Мама смело может подвести ребенка к центральному входу клуба, где ребенка встретит сервис-менеджер, проведет его, переоденет его, если это нужно для спорта, проследит за занятием, после этого накормят его в кафе. И если нужно, будет заниматься до момента, пока не приедет водитель или не приедет мама. Аня, я знаю, что клуб «Фаворит» тесно связан с модой, причем давно, еще с тех самых пор, когда Алексей Залевский в этих стенах показал свое первое шоу. Расскажите, с кем из дизайнеров вы работаете сейчас и в каких направлениях? Ну, на протяжении этого времени мы работали с Викторией Грейси, и с Бублик. Сейчас у нас в рамках недели мод совместный проект с Бичулой. Мы являемся генеральным спонсором его показа. И, в принципе, мы постоянно в партнерстве с Ukrainian Fashion Week. Я знаю, что именно Бичула примет участие на вашей вечеринке, которая будет посвящена 20-летию клуба «Фаворит», которая совсем скоро состоится. Расскажите об этом торжестве. Что вы запланировали, что там будет? Торжество немножко такое находится в тайне, в сюрпризе. Сам формат мероприятия будет в стиле арт-рок. Мы немножко изменили формат мероприятия. Он не совсем свойственен для всех наших гостей и клиентов, потому что все знают нашу позицию, как мы себя позиционируем на рынке, но мы все-таки хотим показать, что мы модные, что мы новые, что мы молодые, что мы минимум еще столько же лет будем на рынке, будем всех удивлять и покорять. Будут показаны последние тренды, я бы назвала это так, осень-зима 2014, где показ будет совместно с дизайнерами, не только Бичулой, он будет и с Аленовой, и с Филоновой. Мы максимально стараемся воссоздать те образы, я бы сказала, не только из индустрии арт, да, из такого фэшн, но и носибельные, максимально носибельные, что будет интересно любой моднице сейчас. Спасибо вам большое, Аня, за то, что раскрыли историю успеха 20-летнего процветания VIP-клуба «Фаворит». С вами был ToBrands. Смотрите телеканал Ukrainian Fashion.